были новости к этому часу. Верховный суд отменил приговор Алексею Навальному по Кировлесу. Я Егор Гордеев, здравствуйте. Верховный суд отменил решение нижестоящей инстанции о мошенничестве в компании «Кировлес». По нему были осуждены оппозиционер Алексей Навальный и бизнесмен Петр Офицеров. Генпрокуратура просила Верховный суд оставить приговор без изменений. Защита Навального просила отменить его за отсутствием состава преступления. Адвокаты ссылались на решение Европейского суда по правам человека, который указал на связь между приговором и антикоррупционной деятельностью Навального. Верховный суд сегодня приговор отменил, но направил дело на новое рассмотрение. Навальный получил ранее 5 лет условно по делу Кировлеса, но этот приговор также означал, что он не может принимать участие в выборах до 2033 года. Формально они отменили это дело, но по сути они решение ЕСПЧ не исполнили, потому что мы выиграли в ЕСПЧ, это дело должно быть прекращено. Они отправили это дело на новое рассмотрение тем же самым судом, то есть должна пройти вся та же самая процедура, которой мы занимались 3 года, и вам самим надоело сидеть на этих бесконечных процессах. У меня на сегодняшний момент нет ни малейшего желания ездить в город Киров. Я понимаю, для чего это сделано, для того, чтобы я не мог заниматься политической деятельностью, для того, чтобы я не мог вести свое расследование. Ну, естественно, мы будем жаловаться в комитет Совет Министров Европы, который должен принять решение в связи с тем, что фактически Верховный суд отказался сегодня выполнять решение Европейского суда.